Чехи с хутора выбили. Чехи? А винтовка твоя где? Винтовка там. Там? Ай, там! Давай! А винтовка твоя где? Товарищ Дождив, Василий Иванович потерял в речке, когда с хутора драпали. Найди. А где твой пулемет? Пастухов. Я его, Василий Иванович, тут, у речки спрятал. Нарочно у самого бережку. На хутор! Спасибо, товарищи бойцы! А насчет винтовок вечером проверю. У всех разойдись! Фурманов. Здравствуйте. Назначен к вам в дивизию комиссаром. Знаю. Вот ткачи наши, добровольцы. Ну, прибыли? Прибыли. А вы не пулеметчик? Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ, Михаил Васильевич Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купаются. Жарко. Приходи ко мне, милочек, на жизнь.
красные. Чапай думать будет. Пугачевский полк выступит в полночь, разинцы будут в резерве. Таким образом, часам к 9 утра станица Ломихинская будет нами занята. Как думаешь, Милай? Думаю, главный удар на правом фланге. Вернее. А как думает комиссар? Я полагал бы... Командир уже принял другое решение. И, по-моему, оно правильное. Так. Ну, на то, что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обеих флангов. Речку в рот не переходить, мост выдержать, я сам проверял. Атаку начать ровно в 5 часов утра. А пойдем мы... Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть комбриг один, мой боевой заместитель. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она ведь не разбирает, кто комбриг, а кто... Да пулит не разбирает, а ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди. На лихом коне показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них здесь 10 пулеметов, а здесь 2. Где? Тут. Где 10? Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Стало быть, и должен быть ты там, где 2. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да,
Ну так кто, если надо? А это называется затыльник. А это называется щечки. А это как называется? Затыльник. Щечки. Эх ты, герой. Уж и пошутить нельзя. Все вы каблы. Мы да мы, чапаевцы. Вот насчет баб, тут вы действительно герой. Ну, насчет геройства ты это брось. Вот лазю к делу живого языка, приведу. Вот, вот увидишь. Ну, насчет языка, да будешь или нет, там посмотрим. Ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи, дьявол, пулемету. А это называется щечки. А щеки? Ей-богу, щеки. На германском фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф. А теперь, черт знает что, Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. Напрасно извольте смеяться, господин поручик. Чапаев очень серьезный враг. Нам одинаково опасны и он, и его слава. Петрович, принеси, пожалуйста, почту. Слушаюсь, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваше отношение с ординарцем слишком... Патриархальное, вы хотите сказать? Напротив, они вполне современные. Темпора мутантур. Времена меняются, меняется и тактика отношений. Жаль, что вы этого не понимаете, поручик. Идя в атаку, вы оглядываетесь назад, чтобы вам не пустили пулю в спину. Мы все должны оглядываться. А я не оглядываюсь. Петрович, у меня... с 14-го года. Прошел со мной по всем фронтам. Понимаете? Ругает. Кричит. Застрелит. Да-да. Застрелит. Кто застрелит? За что? Чапаев. Нас обоих. Из револьвера. Застрелит. Застрелит. Да за что ж? Да понимай. Из деревни к Чапаеву, на землях приехал, каравал там. Так вот, Чапаев просил... Требует! Требует, именно! Экзаменовать этого каравала на доктора, понимаете? И вот, о,
виноват. Я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветфельдшерик забировать Коновала на доктора. Чапаев раскричал, обозвал нас. Нехорошо. Сукины медики! Знаем мы вас, говорит, всех этих... Сукины медики! Ни одному мужику не даете выйти на доктора. Экзаменовать, говорит, и немедленно. И тут же документ выдать. Вот, и документ по всей форме. Иначе, говорит, у меня вот в нагане 7 богов, так 2 на вас порчу. Вы здесь, голубчики? Жаловаться пришли, подлецы! Клестирные отрубки! Шагом! Пиш! И ты с ними гнилую интеллигенцию поддерживаешь. Не могут они. А я говорю, могут. И должны. Это что ж такое, вы уж не даете ни одному мужику на доктора выйти? Куда это годится? Экзаменовать немедленно. И документ выдать, чтоб по всей форме. Да понимаешь, Василий Иванович, не могут они. Не могут, не имеют права. Да еще документ выдать по всей форме. Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелил, сволочь! Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать? Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон. Суворов. А это как? Македонский? Да. Кто такой? Почему не знаю? Ну, его мало кто знает. Он жил 2000 лет тому назад. Да. Ты-то вот знаешь, и я знать должен. Я ведь только 2 года как грамотец знаю. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать могу. Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюбил девицу всей душою. Слушай, ты, моряк красивый сам собою. А? Я давно тебе хотел сказать. Ты бы подтянулся, что ли, малость? Ходишь вечно в таком затрапезном виде. А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии. Должен бойцам пример давать. А что же это твой Александр Македонский-то? В белых перчатках воевал, да? Но и не ходил, как босяк. А ты почем знаешь? 2000 лет тому назад. Гляди у меня. Крепкий тыл решает окончательную победу, говорит Ленин.
И в этом большевистский вождь прав. А у нас в ставке верховного правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России да, это моя подпись. Ничего не могу поделать, Петрович. Дисциплина. А к тому же о перебежчиках есть приказ главного штаба. А приказ есть приказ, сам знаешь. Погоди. Потапов. Это твой родственник, что ли? Да. Как же ты раньше деревня Буза идет, Дмитрий. Ну? Ребята из третьего взвода барахолят. Найди комвзвода Жихарева. Тащи сюда. Бабуся. На войне и поросенок Божий дар. Откреновенно. Ну прямо карусель получает. Белые пришли грабят, красные пришли грабят. Ну куды хрестнями нападаться? Свои идут, уря, уря. Ну вот те, уря, дождались, мать твою. Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю. Так. А ты понимаешь, что это такое? Ты. Завтра поговорим. А пока сядешь под арест. Кого под арест? Меня? Его командира! Разве такими вещами балуют? Дура!
арестовать его. Подожди. Сначала напишешь приказ. И чтобы все было отдано. До нитки. Где Жихарев? Тут. Сидит под арестом. Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ? Знаю. А ты его под арест? Как ты смел? Ты! Бумажная душа! А ты знаешь, что он вроде как... Разрешил! Разрешил! То, что он разрешил, я один могу запретить. Понял? Не пущу, товарищ Нажди. Кто хозяин дивизии? Ты, Илья. Ты. И я. Я Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты, кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии, к чертовой матери! Славы мне твоей не нужно. А из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал. Партия. Ты ведь тоже коммунист. Сам должен понимать. А что, товарищи граждане, красные армейцы, который из вас Чапай будет? Ну, я. А не врешь? Не вру. Я самый и есть. Ну, тогда я к тебе. Спасибо тебе, Василий Иванович. Отдали твои ребята, барахлишко-то. Все как есть вернули. А то карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят. Красные пришли, тоже, понимаешь, грабить начали. Ну... Куда крестьянину податься? Ну, коли так, еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. Спасибо. От общества.
Слышь, комиссар, ты созови митинг. Я говорить буду. Василий Иванович, а комиссар-то парень. А я думал... Ты думал. Знаешь уж, Чапаеву не пришлют за мухрышку какого-нибудь. Боевых командиров в кутузку сажают. А может, следы? Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей! Для всей Красной Армии пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А? Разве ж зато про нас слава идет? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю подлеца. А я попадусь. Стреляй меня. Не жалей Чапаева. Я вам иди, командир. Только в строю. А на воле я вам товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью. Садись чай пить. Я обедаю. Пожалуйста, кушать. Вот я какой командир. Я правильно говорю? Правильно я говорю? Ну вот, гляди, или у меня. Что я ведь академиев не проходил. Я их не закончил. Правильно, Василий Иванович. Ну, давай. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, а ли за коммунистов? Чего? Это я спрашиваю, вы за большевиков, а не за коммунистов? Я за интернационал. Василий Иванович. А? А ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну уж за тот, за который нужно, за тот и стою. Ну а все-таки, за второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевистский. Ну и я за третий. Даже раньше срока. Молодец, Анка. Превзошла технику. Ну? В учебе шабаш, Анна.
Теперь вы с Максимом друзья, приятели. Насчет геройства с бабами ты говорила. Вот ухожу к великам в гости. Чапай с комиссаром ответственное поручение дали. Языка добыть. А сможешь? Я все могу. Ты, дядя, я ж патрон-то вынул. Положь винтовку, ебало. Ну, много ершей ты помал. Ухи захотел. Растяпа. Митьке. Кому? Митьке. Брат помирает. Ухи просит. Ранен, что ли, брат? Нет. Шампала. Шампалами, говоришь? И ты же им служишь. Умирает Митька. Ухи просит.
отпустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Василий Иванович. А винтовку его принес. Что? Хотя трибунал. Потряс. Есть трибунал, Василий Иванович. Вообще ты маленько подтянись. Ходишь в таком затрапезном виде, что это? А ты есть сознательный боец регулярной Красной Армии. Мой ординарец. Ты должен другим пример показывать. А ты ходишь как босяк. Что это? Одним словом, в трибунал. Тоже из крестьян он-то, Василий Иванович. Потом в Балакове плотничал. Да ну? Ага, а теперь полководец и командир. Да еще какой! Михаил Васильевич Фрунзе армию хотел дать Василию Ивановичу. Да ну, ты, говорит, Чапай, да я, говорит. Мы, говорит, да ну! Отказался Василий Иванович. Кто идет? Что делаешь, дура? Дай ответить. Какая разница? Все равно не попал. Что вы не спите, это хорошо. Вот палить зря не следует. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, товарищ комиссар.
Разведчик? К вам я. Давеча паренек ваш помал меня, да отпустил. Теперь сам пришел. Петькин беляк, значит. Так. Ну, давай оружие. Так на завтра, говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части, говоришь? Капелевцы? Так точно. Атаку они придумали там, у штабе. Психическую какую-то, что ли? Петька, ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат, дядя, чуть под суд не попал. Ну, как думает комиссар? Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление. И собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я в ПАДИФ коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней, давай психическую. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Ты добычи не добьешься. Да. Бой, Василий Иванович, завтра, значит. Значит? А ты что, не спишь? Да, спи, а потом скажешь, вот, дескать, все спали, одному пришлось с казаками воевать. Ложился ли, Василий Иванович? Ложился, спи ты, черт. Может, вчерась? А ты что, ревизор? Вот еще, сонный комиссар объявился. Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не то. Ты добычи не добьешься. Да, патронов маловато, да и людей не мешало бы побольше, но ничего, ничего, ничего.
Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Недоступный ты для моего разума человек. Наполеон. Прямо Наполеон. Хуже, Петька, хуже. Наполеону-то легче было. Ни те пулеметов, ни те аэропланов, благодать. Мне тоже на днях вот самолет прислали. От одного бензина сволочь жрет, не напасешься. Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики? Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Часа через пол начнут атаку. Все на месте? Все, кроме кап эскадрона. Жукова, подлеца, расстреляю. Петька! Крой в эскадрон. Есть! А патронов-то хватит нам? Какой бой? Для хорошего боя и на полчаса не хватит. Принимай, Степуха. Василий Иванович, гусар эскадроне, командира убили. Что? Жукова убили. Василий Иванович, людей-то возьми с собой! Часу! Один справлю! Стой! Тихо! Товарищи, це ж вороги роблят! Бо що з нам з того, що ми заберемо своє? А пани круг нас гуляють, треба усіх панов бити! Іди! А нас не заставляй! Треба йти з свого села по всім селам! Скрізь! А ну, пусти! Хватить! Навоєвались! Пускай тепер другі воюють! Чого ж нам від своїх домов уходить? А? Правильно! Не пойдемо далі! Не пойдемо! Намучились! Ребята, по домам! Подравняй! Ура! Там! Лучшие сыны народа! Жизни свои кладут на наше революционное дело! А вы? Кровью искупить вину свою. Я сам впереди пойду.
Кто стрелял? Кто стрелял? Мы тут, товарищ командир, сами одного кокнули. Поконим! За что? Ясно, за что. За жизнь. Каждому хорошей жизни хочется. Капелевцы. Офицерский полк. А Чапай где? Анка, помираю. Патроны-то. Yeah!
Атаки! Вот стишки не того. Нет, здесь. Ты это спрячь, сохрани. Ты звал, Василий Иванович? Звал. Ты что же, мадам, стрелять надо, а у тебя пулемет заело? Не заело. Как это не заело? Чего ж не стреляла? Ждала. Чего ждала? Когда подойдут поближе. Эх ты какая! Гляди. Великолепно стреляешь. Молодец. Петька, дай сюда. На тебе, на память. Садись чай пить. Отец, сыну не поверь, что на свете есть любовь, веселый разговор, что на свете есть любовь. Взял сын саблю, взял он его, и зарезал сам себя. Веселый разговор, он зарезал сам себя. Да, веселый разговор. Ну вот и все, Василий Иванович. Нет, обидели они меня. У них в Чапае ни одна дивизия, ни один фронт. Значит, так надо. Эх, если бы не Фрунзе, ни за что бы не...
Вот тебе, Василий Иванович, новый комиссар. Да ты знаешь его? Части красных расположены. Штаб и политотдел в Увищенске. Главные силы дивизии у Еланя в Сахарной. Так. Как изволите видеть, штаб оказался изолированным. И проход со стороны Чижинской степи свободен. Так. Понимаете, ваше происходительство, это единственный случай покончить с Чапаевым. Да, это наша последняя ставка. Уничтожить Чапаева и во что бы то ни стало удержать Лбищенск. Иного выхода у нас нет. Позади Гурьев и море. Нужен смелый и дельный офицер, чтобы возглавить эту операцию. Кому же вы предлагаете поручить ее, полковник? Я был бы счастлив, ваше происходительство, если бы вы доверили мне эту операцию. Лучшего я не могу и желать. Вам, полковник, я вручаю судьбу нашего фронта. Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева 20 тысяч. Союзное командование, ваше происходительство, могло бы дать и дороже. Ведь позади Гурьев, а в Гурьеве нефть. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала, и беспрерывно гроб Василий Иванович, а? Вот что темное.
удвоить бы караулы. Косара теперь до самого Гурьева пятки смазала. К моему носу не сунутся. Гляди, Василий Иванович. Ладно, ладно. Вели выставить добавочные посты. Тоже старый, Василий Иванович. Ну, старый, не старый, а все уж не как твой Петька. Вот поженитесь, работать вместе будете, война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Не надо. Да помирать кому же охота? Да борьба-то у нас такая, тут уж жизни своей жалеть не приходится. Либо они нас, либо мы их. Не, мы их. Чего ж замолчал? Петя, а ну. Кучум, презренный царь Сибири, пробрался тайною вершиной и пал от грозного боя. Не Гожусь я в артисты.
Все спокойно, господин полковник. Путь свободен. Я!
Амба, Василий Иванович, отступать надо. Чапаев никогда не отступал. Возьмешь.